Не так, у меня засорилась стиралка. Я просто взял, перевернул ее. Тут отлил все, что мог. В итоге разъединил вот эту патрубок. И достал вот столько мелочи, но это еще не все. Будем доставать дальше. Я думаю, там очень-очень много чего интересного есть. Видно, что так как я работаю с цементом, вот еще. Интересно. Вот это кусок раствора уже цемента. Я думаю, это еще не все. Так. По-любому что-то должно еще. О. Еще кусок. Цемент. Так, ну пальцем я сюда уже. Ух, а там еще и мелочь есть. Уже прям туда дальше пихаю. Это видно то, что уже не прошло. Я такой бы, чтобы его снял бы. А как? Фиксатор. О, хорошенький. Так. Блядь, ну вот этот посложнее будет. Так. И как же ее все обратно? Весь бы снять, было бы шикарно. Дело в том, что держит он эту хрень. Ну-ка, ладно, снимаем. Рискуем. Блядь. Да, тут, мне кажется, еще до хера что есть. Застряла. Здесь видно, что тоже очень много бетона чувствуется. Так, отверточкой. Блядь, ебать тут просто. Итак, продолжаем свою стиралку. Ей уже примерно 10 лет. Блядь. Сука. Так. Конечно, цемента просто. Конечно, не будет проходить. Так. Аж чувствуется. Так, ну а здесь уже чувствуется моторочек. Так. Блять, еще есть.
Бля, можно меня перевернуть? Так, пробую перевернуть. Здесь я тоже сверху разобрал. Ну, зря. Так. Обратно. Так. Блядь, она засушит. Нихуя не могу понять. Это или мелочь, или... Да нет, тут еще. Как же мне ее... Не понял. Объясните мне, блин. Так, она получается. Ну-ка, попробую вытащить ее на себя. Вот так вот. Остатки. Ага, барабан. Ну, барабан, в принципе, чистый. Вот 10 рублей чистыми. Так. Так, ну все. Больше я не вижу. Там почистил. Да, уже ничего не идет. Так. А где у нас слив, блядь? Вот этот шланг. А, он через это идет. Я понял, пацаны. Здесь тоже может же быть что-нибудь такое. Цементное. Может, может. Бля, почему здесь? Да, сучка, как же я? Чувствуется, что что-то есть. Наверное, боковые крышки как-то открывать надо. Или эту снимать. Да, по идее, надо снять вот эту насос или как он. А как его снять? Бля, я не буду снимать. В принципе, более-менее чистый. Как надо видеть, патрубок тоже чистый. Более-менее. Так, все, да? Ну все. Я думаю, что можно было, я сделал. Конечно, можно было эту шланку, но вроде чисто. Здесь чисто. Здесь чисто. Так. А как она уходит наверх? Через что? А, через верхний фильтр. Я понял. Если через верхний фильтр, значит, он будет чистый, потому что он эту хуйню не пропустит. Весь осадок остается внизу. Понял их систему. Так, ну все. Теперь надо обратно собрать.
Во, прям зашло, как говорится, как по маслу. Это Россия. Да. Перевернутая сидит лучше. Блядь, только. Угу. Кажется, с этой стороны она много. Есть. Все, сидит. Блядь, сидит вроде. С маслом, но сидит. Ну все, если что, подробности напишу в комментариях. В принципе, я очистил. Самое сложное. Не стал больше разбирать. Пишите комментарии, ставьте лайк. Всем спасибо.